Держителю, Бог Отец наших, благослови и освети памятник сей в честь святаго равноапостольного великого князя Владимира Крестителя Руси. Ты бо, если и си освящение наше, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословляется и освящается памятник сей благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священная. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.